Мир вашему дому, всем доброго здоровья. Сегодня у нас малярный день. Наконец-то дошел до вот этой работы необходимой. Кто-то спрашивал, кстати, что там насчет бани. Осенью год будет. Я думаю, что, ну, может быть, попозже, может быть, осенью прям совсем мы снимем какой-то такой обзорный ролик интересный, как мы год прожили, какие изменения. Ну, сейчас вот немножко расскажу. Значит, я покрываю вообще баня в стандартном варианте. Она чем-то покрыта, ну, недорогим, простеньким каким-то средством. Значит, ну, защита от солнца, от влаги. Вот. Ну, оно простенькое, весьма простенькое. Поскольку у нас солнце вот здесь, вот именно вот эта южная сторона, то вот эта вот стена очень сильно подвержена, ну, разрушению от солнца. Вот. И я ее, значит, купил тут такую недешевую баночку за 2000. Тут с воском очень понравилось средство. Я вот там ворота покрасил. Цвет палисандр. Вот. И у меня это тоже цвет палисандр, кстати. Вот. И вот так вот просто крашу. И вот смотрите, тут вот вроде сначала кажется, ой, тут эти, ну, следы от краски. Я думаю, надо же, может, валик взять, что. А потом бах, тут смотри, смотри, как все ровненько так, чук. Все, то есть, вот. И это, бог даст, пока вот у нас сейчас солнечные деньки идут. Значит, моя задача, ну, тут, собственно, вот, вот эту сторону покрасить. И потом вот этой красочкой я буду еще дальше, значит, там ворота. Пойдемте покажу немного, какие изменения и, ну, там плюсы-минусы, которые за год произошли с нашей баней. Сейчас, подожди, тут пичка накакала, надо вытереть. Значит, самое подверженное изменению, там, не знаю, короче, это оказалась дверь, входная дверь первая. Вот. Почему? Потому что получается в предбаннике, ну, например, в зимний период, то есть там тепло как-то выходишь, а здесь сразу холод. Небольшая, кого там, пятерка, дверь, то есть тут может быть даже тоньше. Ее всяко там бедную и рвало, и все. Значит, что я придумал? Я взял и степлером вот такую вспененную подложку сделал с фольгой. Ну, у меня просто такая была. И, по-моему, лучше стало. Но поскольку уже идея такая пришла в конце эксплуатации зимнего периода, то есть вот этот период мы войдем, и я уже полноценно уже там смогу посмотреть. Вот, дверь эту подстругивал там всяко, чтобы вот она... В итоге, когда у нас в начале лета стояла огромная жара, баня рассохлась. Вот, в каких-то местах прям это видно. Я, значит, спрошу у производителей, надо ли будет ее подмазать силиконом специальным. Значит, вот здесь такие хомуты. Когда баню мне отдавали, я говорю, тут надо что-то подтягивать? Нет, нет, говорит, тут ничего не надо, тут все автоматически. Ну, то есть, получается, они вот были на каком-то уровне сделаны, и там, если, например, разбухает бревно, вот тут есть пружины для этого, да, которые вот это дело сглаживают. Но дело в том, что именно вот эта сторона, вот три хомута, тот хомут нормальный, вообще не трогал, серединочный тоже, считай. А вот этот хомут, получается то, что тут передбанник, постоянно сырость, по всей видимости, доска очень сильно разбухала. И когда я увидел, вот здесь вот заметно, вот какой-то композитный такой этот материал, его даже сломало, что вот она сильно, сильно сжалась вот тут вот. Но я не проверял, и потом, когда я это обнаружил, быстрее давай чук-чук-чук-чук подкрутил, вот видно, сейчас ослабил. Вот. Так что, ну, такой момент, за которым, по всей видимости, надо будет смотреть. Вот, все. А как бы те хомуты, ну, нормальные, то есть они себя ведут хорошо, все, стоят. А передбанник самый такой подверженный вот изменению какому-то, разбухает, усыхает. Вот, значит, еще один такой интересный момент с баней в целом. Вот она доска, пятерка. В летний период, когда солнце жарко, в бане очень жарко, то есть ты не топишь ничего, просто туда заходишь, в бане очень жарко. От того, что даже просто солнце вот, ну, сверху. Значит, единственное, что тебе, если надо водичку подогреть, там, ну, чуть-чуть там что-то подкинул, водичку сделал теплой. Вот. Ну и понятно, из-за таких стеночек, значит, она, в принципе, и быстро остужается в зимний период. То есть она быстро нагревается, пока печка горит, в бане жарко, очень жарко. То есть, ну, там, регулируешь. Я там, ну, сколько нам нужно, делаю, жара вот так хватает. Вот. И все там пока прогорит потом, и когда она прогорит, начинает как бы это... Холодно, холодно, холодно. Да тихо ты, не мешай, я записываю. Так, пройдем в баню, посмотрим. Угу. Все, вот перебанник. Собственно, вот эта дверь, она более или менее целая.
То есть не подвержена таким резким каким-то воздействиям, как та. Я говорю, что тут дверь аж прям это порвала ее, я ее там чинил, саморезами там, значит, соединял. Вот, эта дверь нет. Это как бы чуть-чуть, даже если вот подвержена, то это совсем прям ерунда. Вот смотри, сейчас зашли сюда, днем было жарко. Температура почти 40 градусов. Здесь. А никто ничего не топил. И учетом того, что сейчас уже там часов 5, наверное, или 6 вечера. Вот. Все, здесь, в принципе, в бане все как бы нормально. Все так же, все хорошо, слава богу, работает. Ничего не сломалось. Значит, единственное, что в бане, значит, они тоже, по-моему, не покрывают. По-моему, стены только покрыты чем-то производителем. Сейчас вот уже не помню, могу соврать. В общем, короче, самому надо будет покрыть каким-то хорошим средством полки. Такие, которые температуру выдерживают. Полки, пол. Ну, для того, чтобы меньше все гнило. Соответственно, ну, наверное, вот так вот все в круг. Я потому что низ покрыл вот дорогим этим таким лаком паркетным, которым дома покрывал. Ну, я думаю, неплохо. Вот, все равно это как бы это... Там температура-то не, это небольшая, поэтому ну, его, наверное, нельзя тут покрывать как-то здесь, потому что ну, температура. А там нормально пойдет. Вот. Все, бани до сих пор как бы довольны, радостные и вот нормально все. Единственное, я говорю, что вот, только вот вопрос с дверью, который, ну, как бы я вот как-то его решил. Вот. И еще один такой интересный момент. Мне, значит, директор фирмы, в общем, значит, сказал, говорит, что когда баню зимой топишь, то, говорит, можно вот эту дверь открывать, и этот нагревается, скажем, перебанник. Вот. То есть, ну, говорит, там, пускай там на минут 30 ты там подольше потопишь, но зато плюс-минус будет одинаковая температура, и вот этот контраст какой-то будет меньше. Вот. Ну, в принципе, мы стали так делать, то есть тут меньше тумана, меньше влаги. Вот. Ну, это такой, как бы для тех тоже, у кого будет баня, хороший совет. Хороший, добрый совет. Потому что я только удивился, я говорю, что сразу как бы не сказали. Ну, могли бы это даже где-то в инструкции или как-то там прописать. Вот. Ну, вот такой момент. Все, поэтому... А потом вообще всю баню, конечно, надо будет покрыть вот этим хорошим средством, снаружи в смысле. Потому что дождь, солнце, ну, все это разрушает же, портится. Ну, чтобы она просто дольше простояла. Это значит, мы в этом заинтересованы в первую очередь. Ну все, слава богу, вот такой небольшой маленький обзорчик. Я думаю, потом, ну, может быть, по снегу уже там, может быть, еще что-то по бане сделаем. Вот, а так баня стоит, радует, слава богу. Так что всем, кто хочет, ну, приобрести, пожалуйста. Я думаю, не пожалеете. Ну, цена только вопроса, конечно, такая серьезная. Вот, ну, хотя там бани, по-моему, от 150 тысяч у них начинается. Ну, маленькие, в смысле, и там побольше. Вот, поэтому... Дерзайте. Все, с Богом. Это значит Ангелина Михайловна.